спецодежды.
Вот он, Алдан. Он работает, нет?
Не работает магазин. Дверь на замке. Ладно. Зайдем в другой.
нету нужной спецодежды взамен порванных штанов. Разную фигню покупаю. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо. Я тоже думал, вот да, такая взлетная взлетка. Нравится, что я чемодан выкинул. Поверну-ка налево. Посмотрим, что там. Магазин. Сейчас будет думать, блин, перестраивать навигатор. Что у нас? Перестраивай быстрее давай.
перестроен. Прямо 1 километр. Это город или поселок, я не знаю. Алдан. Это, надо полагать, центральная площадь. Ну вот так вот живут люди в Алдане.
какая-то взлетка.
все, покинули Алдан. Что можно было посмотреть? Ну, говорят, в таких поселках небольших, может, не маленький город, не знаю, чтоб не обидеть жителей. Яндекс.Навигатор работает самым отвратительным способом.
взять чемодан с собой такой громоздкий, с колесами. Это была не лучшая идея. Говорили, кстати, на привале, сейчас уже не помню где. А, на это, на переправе. На переправе через Алдан. То, что снег. И Коти перевал через горы. Как называются горы, я не знаю. Ну, красиво. Надеюсь, перевал пройти. Погнали дальнобойщики, встали, стоят. Трасса А-360, Лена, двигаюсь в направлении города Невер. Ну, в сторону трассы Амур, на развязку. Сентября 2021 года.
вам снег. Я выключаю двигатель, когда ложусь спать.